23 сентября 1942 года началось большое осеннее наступление немецко-фашистских войск на Туапсе. Туапсинскую оборонительную операцию можно разделить на два периода. 25 сентября немецкие войска перешли в наступление к Черному морю. В первых числах октября противник захватывает село Шумя, но дальше перевала войск он не может пройти, так как стрелковая бригада Советского Союза держит жестокую оборону. Значение обороне Туапсе придавалось огромное. Основной задачей было не допустить противника в обороняемый район и воспрепятствовать возможной высадке морского десанта. 23 октября немецкие войска прекратили наступление, а 31 октября перешли к обороне. Но уже к 17 декабря советские войска разгромили немецкую группировку и отбросили ее за реку Пшипш. В результате Туапсинской операции были сорваны попытки врага прорваться к Туапсе. Немецкие войска перешли к обороне на всем фронте Черноморской группы войск. Победить немецким войскам не удалось, и 20 декабря официально считается днем освобождения Туапсинского района. Успех в горах под Туапсе стал прологом к освобождению всей Кубани.